И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на Extinction. Сегодня мы пойдем томить ледяного титана. Да, вы видите, на заднем фоне стоит мех. И, собственно, на мехе пойдем сегодня томить. Я, получается, что, на лесном титане показал как руками. На пустынном показал как на Дина. На ледяном покажу, как на мехе. Но единственное, что одну из частей не получится так, так сказать, неудобно. Где-то на мехе. Поэтому у меня есть стрелы. Да. Пойдем мочить или отмачивать. Сделал вот это вот все. Я выбивал рецепты на говно. На то, которое вот это вот вокруг себя бьет все. Ну, на говно, короче. Вот, поэтому, ну, вот как-то так. Идем. Да, там пусто. Идем к ледяному титану. Также мне сейчас нужно будет взять артефакт. Пусто. Естественно, пусто. Так, я же правильно взял? Да. Я потому что на него взял ресурсы в первую очередь, а потом уже решил, что он пойдет в последнюю очередь. Я не знаю почему. Скажем так, я не знаю, как это работает, но это как-то работает. Так, кстати, от того, что я включаю вот эту трубу, сейчас смотрите, 87 FPS. Включает трубу, и получается 80 FPS. От этой, эта труба жрет полтос, от, короче, от полтинника до десятки FPS. Прикиньте! Я офигел, когда я нажал, и ужаснулся, скажем так. Так, где у нас артефакт? Если не ошибаюсь, нужно куда-то туда идти. А, во! Стоять! Ты что? Супостат. Просто двигатель не врубается, и все. И я иду на дно. Ладно. Вроде обошлось без жертв. Пошли в жопу. И обратно. Очень крайне удобно. Удобно? Ты вверх можешь лететь? Вот же ж задница. Я не знал, что он может и вверх так лететь на ускорение. Ну, в смысле, немножечко под углом. Ну, прикольно. Короче, закидываем. Вызываем свою братюню. Братюня, здорово. Да. 27 снарядов, я надеюсь, хватит. Если не хватит, то будем с лука добивать. Ну что, погнали.
Да уж. Что-то получилось слишком изично. Кошмар! Самый жесткий. Просто мне повезло с его плечом. Он просто отвлекся и не обращал на меня внимания. Черт побери! Сколько у меня этих осталось? Так, погоди. Сначала отсвистеть тебя. Да блин, почему я в меха залезть не могу? Что-то какая-то фигня непонятная. Меха, что с тобой? Блин. Не, это, конечно, получилось очень жестко. Что-то мне подсказывает, я вообще ни в кого залезть не могу. Я, кстати, опять ни капсулу не поставил, ничего. Просто, короче, затупил. Но, слава богу, все хорошо, все обошлось. Огромная площадка. Слушай, я реально залезть никого не могу. Ой, прости. Ха, прикол. Вот это тупость. То есть я просто в инвентарь к нему не могу залезть. Кстати, да, вот его место, где сидит игрок, когда на нем. Слушай, что-то какая-то шляпа непонятная. Блин, мне это дофига как не нравится. Ладно. А, подожди, ладно, какой нафиг прохладно. Я ж не могу. Так, давай попробуем тпхнемся. До дома и обратно. Посмотрим, что из этого выйдет. Ха, ничего из этого не выйдет. Я ни дверь не могу заюзать, ничего. Прикинь. Я только свой инвентарь могу открыть. То есть вам. Нормас, так игра багнулась, а он-то пыхнулся, видите куда. Да уж, надо перезапускать игру. Класс. Во, заработала, бляха-муха. Оп. Давай. Взлетай. Где он застрял? Он застрял. Он, как обычно, застрял. Погнали к Титану. Все нафиг. Это ужасно. Не, это реально. Ёб твою ж за ногу, я подумал, ты по новой заспавнился. Ох, кошмар какой-то. Я реально. Вот, блин, я очень рад, что самый сложный Титан оказался самым изичным, потому что мне взбрело в голову. Все-таки на мехе его томить. А, это ужасно, это ужасно. Не, кстати, лесного на мехе было бы тоже прям легко томить. То есть прям вообще как изи-бризи. Но вы сами понимаете, я решил поэкспериментировать. Назовем это так. Ёшкин кот. Выпрыгнул. Красава. И завалил троих. Трипл килл, блин. Да уж. Ну, он неповоротливый, это факт. Одно в нем хорошо, то есть я поворачиваюсь, он сам разворачивается. Это прям клево. Человек сидит, оператор, назовем так, сидит спереди, как я уже говорил. Поведение. Пассивное. Ну и нафиг. Кстати, ХП ему очень мало отнял. И, кстати, у лесника самое большое количество ХП, если уж на то пошло. Вы посмотрите. 400к. А что, мне казалось, что у него 600 было. Ну, в любом случае, у этого 350, и у того 350. Вот тебе и блин. А, потому что тут бета. Прикиньте. А это простые, а тут бета. А вот его урона дофига. А чё он такой? А чё он такой жесткий? Смотри, у него у ледяного энергии дофига. У него урон 361%. Это чё, из-за того, что я ему так мало урона внес, что ли? По случайности.
Алло, блин! Пошли нафиг! Придурки! Сейчас бы вот это... Ты куда полез, Кинг-Конг? Мать твою! Давай, прыгай! Погнали! Ёп твою ж, завис аж на нафиг! Газбакс, иди нафиг! Вообще, вот это я понимаю, красота, бляха-муха! Ух! Так, не-не, погоди! Класс! Так, я хочу прыгнуть туда, и смотри, ну какая красота! Ёшкин кот! Я даже придумал картинку для заставки. Ох, как... Он жесткий! Медленный, но черт побери жесткий. Так, давай. Вот это тут уютненько. Давай, короче, сначала правую. Да, все-таки это не сравнимо. Левая кнопка мыши. Ой, правая кнопка мыши. Это левый был до этого удар. Правая кнопка мыши. О, да ну нафиг, он просто плюнул. Вот. Это что сейчас такое с камерой было? Ой, боже мой, ой, боже мой. Эй, полетели, мать твою. Блин, я еще красивее, походу, кадр нашел. Он как раз так подвис красиво. Так. Ну-ка. Камера, вернись. Спасибо. Медленно, но верно. Он полетел. Эх, ледяной сморчочек. Красота. Так. О, да, заморозка у него тоже есть. Вот это кайф. И так кулаком. Кайф. Просто подходим. Нажимаем на присесть. И он такой, на, ублюдки, все замерзли. А кто, в смысле, выжил, тот замерз. А потом еще вот так вот. Ну-ка давай-ка, а потом Харкон. Ах ты, блин, не туда. Ну бог с тобой. Так, замочим. Блин, это клево. Вот это реально клево. Алло. Вот дурные. Дабл килл. Блин, какой он все-таки клевый. Реально, ледяной титан все-таки самый клевый, как ни крути. И он сделан как-то, знаешь, такое ощущение, как будто разрабы в него больше как-то всего вложили. Пустынный. 112. Ёб твою ж за ногу. По карабту-то монстр как глушит. Офигеть. Так. Давай-ка проверим. Полетел. Ну нафиг. $70,000. Постега, 70 тысяч. Вот это я понимаю кайф. Вот реально, у меня, по крайней мере, такое ощущение, что... Разрабы как-то больше. Не так, кнопка. А, в облаке газа. В смысле, что за облако газа? Как... Откуда я в облаке газа? Не в облаке, а газа. Я внутри нахожусь в каком-то облаке газа. Блин, ты что так светло? Вот реально, вот ледяной титан. Ну-ка, подними голову. Ледяной титан, он как будто самый такой. Самый, блин, как будто первую его сделали и сказали, вот будет такой вот ледяной титан, короче. Потом сделали лесного, а потом уже пустынного, чисто, короче, чтобы был, чтобы их было три. Вот у меня, по крайней мере, такое ощущение, потому что вот этот самый такой клевый, вот тот самый такой клевый именно из визуала и так далее. Ой-ой-ой, пролагал, поубивал.
Отлично, о, Enforcer 140-й. Прикольно. Ой, газбакса завалил. А ты вообще лут добываешь? Не, не добываешь, ну и фиг с тобой. Да, ускорение, конечно, от тебя вообще ждать бесполезно. Слава богу, ходишь. Но, блин, какие же они неуправляемые, это просто ужас. Это просто кошмар. Ну давай, давай! Прыгнешь, что ли, тогда уж. А, выносливый? Ё-моё, у него выносливый закончился. А, нет, добывает реса. Прыгай! Ну, ёп! Во! Отлично! Ну, что я могу сказать? Это однозначно самый клёвый титан. Мне он больше всех нравится. И по функционалу, скажем так, и по визуалу. Такие вот делихи. Кто там бьет меня? Какая сволочь стреляла. Отлично. Да. Вот такие вот, народ, дела. Блин, все-таки он клевый. Ну что я могу сказать? Сейчас осталось лишь одно. Убить короля. Три раза. Убить короля три раза осталось. Вот что осталось. Я посмотрю, как их убивают. На мехах, либо на титанах. Как же лучше? Если на титанах, то я пойду на титане, понятное дело. Я пойду на них троих. Не, лучше на одном. Я задолбаюсь ими управлять. Они неповоротливые, они медленные. Это ужасно. Хотя бы с одним управиться. Что-то мне подсказывает, что так будет лучше всего. Ну, в общем, посмотрим, что как где. Это уже будет потом. И уже будем заканчивать Extinction. Осталось буквально еще чуть-чуть. А дальше Genesis. Пока что не знаю, будет перерыв до Genesis или нет. Там будет видно. Ну, я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, на каждый делиться мои видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.